Открытое первенство по рыбной ловле среди любителей и профессионалов состоялось на берегу водохранилища в Лоше. Конкуренцию в борьбе за большой улов опытным командам Белорусского общества охотников и рыболовов. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира составили команды СМИ, Белтелерадиокомпании и медиахолдинга СБ «Беларусь сегодня». Лучших рыбаков выбирали по трем номинациям – командному, личному зачету и в номинации «Трофей» по весу самой крупной рыбы. Победители получили ценные призы, дипломы и кубки. Аппетитной наградой, разумеется, стал их улов. Рыбалка – это, как и другие виды отдыха на природе, ну, это единение с этой природой. Главное, находясь на природе, не навредите ей. Есть еще такие, наверное, не прописанные законом истины, которые у рыболовов, как и в другой сфере, существуют. Например, если маломерная рыба попалась, значит, ее нужно отпустить. Есть краснокнижные виды, его тоже нужно отпустить. Завершились соревнования дружественной ухой. Такие первенства проводятся не в первый раз. Кстати, любителей подледной ловли соберут уже на зимней рыбалке.